Зи, дорогие зрители, с вами снова Сэр Холмс и Fallout 1. Мы наконец-то выбрались из убежища Братства Стали, которое, ну прям вообще крутое, наверное, самое крутое, что есть в этой игре. И нам дали задание исследовать северные рубежи на предмет наличия баз мутантов. Ну что, собственно, мы и сделаем сейчас. Тут у нас довольно-таки большой кусок неисследованный. И двинемся мы как раз наискосок туда. Ну да, как-то вот так пойдем. Пока ничего. О, что-то случилось. О, это что? Патруль Братства Стали? Прикольно. Ребята, ну вы как бы не против, что я с оружием? Если капитан с тобой еще не разговаривал, подойди к нему, а потом вали. Вот капитан. А где капитан? Тут нет капитана. О, стой, я узнаю тебя. Тебя видели в братстве. Кто-то доверяет тебе, а я нет. Занимайся своим делом. Так, бродя по свалке, пытаясь выжить, я смертельно пустынный таракан, как опровергнешь. Ну, ты хоть лицо покажи свое сначала. Дружелюбное лицо, это не мое, предпочитал уйти. А чё вообще тебе надо от меня? Упыри такие. Не доверяет он мне, понимаешь. Так, ну пойду дальше наискосок. Уже 2 дня в пути, считай. Так, это что-то там такое интересное. Ну по горам что-то... О! Это что такое? Ну это просто какой-то рандомный город. Вот мне интересно. Ну интересно, вообще на севере тут можно найти что-то такое? Что-то я сомневаюсь, но говорили, что в горах где-то есть база мутантов, где-то на севере. Может, это оно и есть? Времени уже достаточно прошло. О. Чё это у нас тут? Этот крепкий орешек сразу не расколешь. Да. На севере-востоке виднеется укрепление, построенное на склоне скалы. Перед ним расскажет охрана злобных мутантов. Ну, в общем, ребята, я так думаю. О, да, у меня же... Класс, я теперь могу 2 раза стрелять из винтовки. Я же взялся, навык необходимый. Ну я вроде как разведал, по идее надо вернуться в братство и сказать, что вот она база. Ну мы посмотрим, как это правильно сделать. Сейчас пока двинем отсюда куда подальше. Пока не будем пытаться влезть в неприятности ни в какие. Так, ну вообще... Я думаю, я просто вернусь сейчас. На родину, так сказать. Надо, конечно, попутно исследовать тут все. Таких рейдов я еще не совершал. Уже 2 недели. О-хо-хо-хо! Иди к чертям!
Руби их, ребята, руби! Ребята! Ты что делаешь? О, нифига, она... С плазменного пистолета стрелять умеет даже. Они еще кого-то убили тут. Семьдесят семь опыта, торговец. О, денежки возьмем. Ну, хвосты я даже не буду собирать. Че это получается? Всего ничего, пара бутылочек, личных крышечек. Ну, классно я с ним расправился, скажите-ка. Классно, Катя пистолет умеет использовать плазменный. Так бы сразу. Хотя что-то она как-то с него стреляет слабенько. Не, она же не умеет пользоваться плазменным оружием. Надо у нее отобрать ее. Не, по горам я не буду лазить, чтобы время не терять. Все-таки основной квест, он еще имеет место быть, поэтому... Так, сразу, короче, к Максону. Четвертый уровень. Зачехли пушку-то. Ну вот, прошло полмесяца. Я возвращаюсь. Я так и думал, что они там. Мне довелось увидеть их базу, она кишит огромными мутантами. В смысле закроемся? Я же думал, мы сейчас сражаться будем. Так, надо приступить к активным действиям, а не дождаться, пока мутанты окружают нас, отрежут от путей, подвозы продовольствия и материалов, возьмут как курей голыми руками, скрыть ее старейшинам. Вы думаете, получена информация, пока мне самому не ясно, Кемеров? Ну да, давайте нападать, короче. Тысяча 500 очков опыта. Экстренное заседание, хотят побеседовать в конференц-зале. Ну, конференц-зал я знаю, где так-то. Так, а я же не выполнил это. Насчет починки энергодоспеха-то была у меня задачка. Так. Там все наилучшего. Так, Максон. Разрешите обратиться? Так. Он ничего не скажет он мне. Так, господа. Ну, сейчас пробежимся. Я, пожалуй, даже за кадром сделаю, поищу эту запчасть для... Для чего? Для брони. Да, действительно, есть тут такие варианты. Вот, говорит, привет. Я говорю, я изрыскиваю систолический мотиватор. У вас есть соответствующее разрешение? А как я могу его получить? Так, общепринятый порядком прохождения заявок таков порядок. Сначала Кайл получает справку, что ему действительно требуется произвести ремонт, и делает заявление по инстанции. Ромбус рассматривает все поступающие просьбы, решает, какие удовлетворить, какие оставить на потом. Говорите с Кайлом, до свидания. Так. Да, меня прислал Кайл. Давайте рискнем, меня прислал Ромбус. Без официального разрешения вы ничего не получите, никаких запчастей. Ну пожалуйста, товарищ колдовщик, мне это очень нужно. Я бы дал вам эту деталь, но увы, без прямого распоряжения начальства я обессилен, ничего не поделаешь.
Знаете ли, Майкл, вы один из умнейших людей среди всех этих местных крючковоров и бюрократов. Не понимаю, почему вы упорствуете и не хотите мне выдать такую мелочевку. Вам ничего, а я без нее пропаду. Вы не получите никаких деталей. Я там последнее слово сказал вам, что надо делать, и прошу меня не задерживать. Ну, Майкл, ну... Боеприпасы, он говорит, можно. Но мне вообще-то не надо ничего особо. Ну, блин. Может, с этим поговорить можно? Так, патронов. Пробуем по-другому. Ну, что там, я сомневаюсь, что получится. Так, со сейф. Так, модулятор. У меня есть разрешение. Постойте, я проверю. Не, я не вижу ваше разрешение. Вам нельзя выдать мотиватор. Сначала оформите бумаги, получите. Как это не видите? Вчера мне пришлось весь вечер слоняться по бюрократическим коридорам, выбивая это дурацкое разрешение. И вот, ваш формализм только вредит нашему общему делу, товарищ кладовщик. Выдайте мне детали, бумаги придут чуть позже. Так, вряд ли я буду что-нибудь предпринимать по этому поводу. Да, это деталь. Ну, блин. Не, я не знаю. Дайте-ка еще попробую вариант. Мотиватор. Ну, у меня нет, но я просто обязан получить. Ну, ты, пожалуйста. Ну, я понял, я пока не буду... Хотя нет, давайте попробуем, что скажет Майкл. Да, так. Кайл прислал меня собрать сюда деталь. Кайл? Ты случайно тот деятель со старым энергодоспехом? Да. Передайте ему, пусть сначала починит все сломанное, а потом только обращается с разрешением. Так, до свидания. Ну, давайте попробуем. Да, бюрократия началась. Ну, вообще интересно, да? Большое разнообразие квестов такое. Блин, я не помню, на каком этаже. На третьем. Так. Вон они, голубчики. Смешно я выгляжу в этом доспехе, особенно когда бегаю. Так, это Кайл. Что-нибудь принес? Нет, я сказал им, что ты мне прислал, они мне ничего не дали. Проклятый маразм. Я думал, вы окажетесь умнее. Я же сказал, что парня вместо мозгов анкеты. Просто пытался вытянуть. Можно сказать, что все это было бы хорошо, но думаю, вы вряд ли достанете ее со склада. Теперь вам придется найти другой способ, чтобы отыскать ее. Или найти себе на доспех ничего. А где еще можно? Ромбус имеет парочку. Я бы не стал просить его, однако. Только избранные должны носить. Ой, блин. Не, ну раз я квест... Я не хочу запаривать квест очередной. Как вообще с тобой можно? Ну, ты не хочешь неприятностей. Ах, ладно. Короче, в другой раз. У меня пока и так доспех хороший. Тут сейчас еще есть одна, короче, штучка. Так, я не помню, правда. Кажется, на втором этаже. Да-да-да, вот, сейчас я вам покажу. Так.
Так. Да, вот у нас тут есть врач. К врачу подходим. Чем я могу тебе помочь? И вот тут он нам предлагает сделать операцию. Тут можно поднять единоразово одну из характеристик. Сейчас сохранимся, конечно, и попробуем это сделать. Так. Вот я хочу еще очков действия, поэтому поднял бы вы... Так, ловкость. Или не ловкость. Вот ловкость, она, да, она повышает очки движения, класс брони, порядок действий. Угу. Интеллект, количество новых умений на уровне, режим диалога. Так. Выносливость, очки жизни, встречусь от радиации, рандичей. Ну это так себе, мудрость на дальность стрельбы, порядок действий. Да, не, лучше ловкость, все-таки ловкость. Давай. Это не то чтобы сложно сделать операцию, но она очень долгая, занимает. Много времени займет, 3 недели. Че, серьезно, 3 недели? Сейчас сколько у нас? 13 апреля, ну-ка, ну давай попробуем. Сделаем укол, наркотики такие приятные, быстро наступает дремота. Все в порядке, ты готов к службе? Ты разминаешь свои мускулы, чувствуешь увеличение силы и контроля. Все, о чем я тебя прошу, пожалуйста, не разрушай мое творение. Че, прошло 3 недели? А, да, сейчас, как сейчас прям. Так, ну ладно, я сейчас, ребят, за кадром гляну, как можно доспехи эти получить. Ну, то есть этот... запчасти. И вернусь. Ну, если не найду, то с этим все же конференция. Или сейчас я через секунду буду. Ну, господа, сейчас еще раз попробуем. И дамы, простите. Мотиватор. Меня послали. Проклятые бюрократы. Да. Мне еще... Подожди, я что-то не то сказал. Там есть вариант его уломать все-таки. Надо какую-то фразу сказать, что какая-то ошибка там у вас в системе, мне нужно собрать. Ну, ну да. Так, один из умнейших. Короче, не получается, только при высоком красноречии можно это сделать. А у меня с этим вообще беда. Косноязычие у меня. Поэтому сейчас сделаем мы следующим образом. Вот так вот. Так, ребята, вы бы там постояли на месте, а? Ребят. Ладно. Будем полагать, что вы бесшумные. А? Это он по-любому вас спалил, ребят. Ну, не вас, зрители, а вот этих вот двоих дурачков. О, так. Раз. А как это вообще, как это сделать-то? Это вообще возможно? Ну уйди, уйди, ну чё ты встал, ну? Ну чё ты пыришься? Упыри. О! Так, всё, сейчас я знаю. Надо, короче...
выйти из режима. Давай. Давай, давай, давай! Давай быстрее! Блин! Explain yourself, initiate. Я не знаю. Leave, and I will forget this little incident. Ты смотри, выпер меня. Ладно. Блин, чё ж так долго он достает эту херню? Давай, 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 мать твою! All right. Explain yourself. Then leave. Можно его к черту послать, но ему это... Да сволочь такая! А как это реально сделать-то вообще? Ну-ка, давайте попробуем по-другому. Компаньонам прикажем стоять на месте, я понял, как это можно сделать. Ты свободен. Стой. Спасибо за помощь, можете идти. Собака, стой. Я ненавижу собак. Так, все, красца. Сейчас, конечно, сохранимся под другим слотом, а то это не дело, конечно. Вдруг они со мной потом уже не захотят идти снова. Упс. Никого тут нет. Ладно, он тут долго стоять будет сейчас. Так, кажется. Давай, давай, ну-ну-ну, давай, давай. О, я успел. Подождите, я все объясню. Ну. Зараза, из компаньоны, главное, там остались. Это капец, фейл. Так. Блин. Ну чё я наделал? Да, походу я опять квест запорол. Прям хоть переигрывай, да? Вот сейчас уже никак не получить это. А как вообще там возможно-то? Как? Пошёл к чёрту. Ладно, ребят, сейчас за кадром, через секунду. Ну что же, я не переиграл, в общем, вернулся заново с базы, благо это не так долго. Еще и по более оптимальному маршруту, и сейчас мы поговорим со старейшинами. Так, в прошлый раз я говорил с тобой, сейчас с другим поговорю. Счастливо. Собрание пройдет по порядку. Все старейшины присутствуют и согласны выслушать заявление братьев Холмс. Братья Холмс. Мы определим, какие действия необходимы. Брат Холмс, расскажи нам, что ты видел на севере. Во время моих ознакомлений я нашел военную установку, используемую мутантами. Она строжайше охраняется и патрулируется регулярно. Военную установку. Ну, база какая-то. Как выглядели эти мутанты? Они большие, зеленоватые, носят оружие. Какую опасность, на ваш взгляд, представляют эти мутанты? Так же, как и братство мобилизовалось к битве, эта армия мутантов готовилась к чему-то крупному. Откровенно говоря, ваш рапорт не представил никаких доказательств тому, что нам что-то угрожает. Какое у вас есть доказательство тому, что у них вражеские намерения? Да, они захватили Некрополис. Ну давай, это хороший аргумент. Итак, делая то, что они делают, возможно ли, что в конце концов они придут и сюда? Возможно, что они уже сюда направляются. Братство – единственная реальная моя позиция. Что вы предлагаете? Предупреждающий удар по их военной базе? Да, но я не хочу, чтобы они знали, что мы идем. У небольшой группки больше шансов зайти в их периметр, оставаясь незамеченным. Так и быть, я выберу троих паладинов, которые встретят вас у военной базы, чтобы помочь вам попасть внутрь старейшины. Спасибо за ваше время, удачи, действуйте. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Классно. А генерал что-нибудь скажет мне по этому поводу? Типа, красава, парень.
Ну, сейчас начнется жара, ребята. Сейчас начнется. Генерал, я их уломал. Hello again, initiate. Things going well? Shoot. Ну, да. Then get out. Ничего не говорит он мне. Даже не похвалит. Да, жалко, что не получается броню починить. Сейчас бы нарядил кого-нибудь еще из своих соратников. Нет. Так, на первый этаж и погнали отсюда. Я думаю, можно ведь будет потом еще раз. Некоторые члены братства могут быть обижены, если всякие посторонние, я имею в виду посвященные, будут сюда разгулять с оружием. Да я же, чё, у меня просто лень его чехлить. Чё я говорил-то, я забыл. Еще бы могли они использовать нормальное оружие, а не пистолетики одни. Так, military base, погнали. На. Хоть бы пошел по неизведанной территории, для разнообразия. Опа, что-то случилось. А, я хотел посмотреть, сколько... О-о-о-о-о! Так, тут... патрульный супермутант. Они безоружные все, ладно. А, у этого кастеты. Так, у этого, может, что есть? Ничего нет. Ну и хорошо. Ну вот теперь я могу дважды стрелять, это вообще просто супер. Да как ты умудрился? Как? Бедный песик. Ага, нет у них ничего при себе, блин. Офигеть. Блин, ну что ж ты делаешь-то? Пёсик, пёсик! О, нет, зараза! Сейчас, ребят, я улажу все за кадром. А вот, теперь уже другая группа упырей на меня напала. Я надеюсь, я не подстрелю своих сейчас вот. Впереди виднеются какие-то странные твари. 8 хп осталось. Еще в этого. Неплохо. Да что ты делаешь? Придурочный. Ну, они такие толстые довольно. Опа. Опа, хорош, Катя двоих завалила. Она сейчас всех завалит. Так. А сколько у него хп? Ну да, надо добивать. А, еще и не умер, а? Ну вот так. Ну неплохо за них дают. Похоже на чужих тоже. Зарядись ты, ну. Блин, да не, далеко там. Вот сюда пойдем. Все-таки Катя не умеет пользоваться оружием. Так, ну давай вот так пройдем. Опять. Опс. Надо попробовать завалить одного, пока он не предпринял что-то нехорошее. Ай, да ё-мо, получилось. Гадина.
классно. Что это у них за пушки такие? Нифига себе! Огнемет, это плохо, надо его нейтрализовывать. Нахи. Так, он же сходит и Катю завалит. Надо его добивать. Встал такой. Слабак! Ау! Да, вы чё, вы мою броню не пробьете дальше, ребят. Ай-яй-яй, бедный Ян. Хорош. Так, чё у вас по ХП? 60. Вот добьем потрошителем того чувака. Так, вот этого, да. О, нормально получилось. Ну, этого уже так. А, этот же еще. Ну, ему так и не удалось произвести ни одного выстрела. Готово. Ну вот так-то лучше. Ой, уровень еще. Класс. Что у них? Огнеметики. Так, у этого ничего нет. Так, Ян, стой. Огнемет хочешь? Заряженные огнеметы. Держи. Так, дай-ка мне, пожалуйста, вот эту фигню. Так, давайте сейчас, ребят, за кадром разберусь с этим всем. Секунду. Продолжаем движение. Уровень поднял немного, просто там характеристики подтянул, получается. И... О, ничего себе. Это что за... Неважно. Хорошо, ты здесь. Давай осветим это место. Здесь, чтобы оторвать задницу, прижать резинку. У меня совсем ее нет. Чё? Так, сколько у вас, ребята? Базука, ё-моё. Лазер Гатлинга, ё-моё. Да. Это, ребята, не промах. Так, у этого чё? Лазерная винтовка какая-то. А, смотри-ка у него. Офигеть, у них модернизированные лазерные винтовки, походу. Ё-моё, ну-ка. Блин, как тебя попасть-то? О, отлично. Ну, пошла жара. А другие могли бы и не заметить, кстати, даже это. Походу, так и есть, они не заметили. Я просто мастер стелс. О! Так, нет, это лучше сделать тогда. Как-то так. Ай, ё-моё!
Ты смотри, как он издалека стрелять умеет, да? Грррр, говорит. Грррр, получи. Ну, наконец-то вы там очухались. Как он откатился классно. Тихо-тихо-тихо, давай там. Давай без... Без всякого дерьма, в общем. Своих-то не мочите уж, ребят. Я даже отойду в сторону по такому случаю. Еееей! Мазила! А если я стрельну? А я ни хрена не стрельну. Я тоже хочу так издалека стрелять, блин. Чё, давайте шмонать. О, это то, что надо. Это просто то, что надо. Ты сейчас... За группу летунов дали примерно столько же опыта. Это как-то, мне кажется, не очень-то справедливо. Так, что за пушка? Давайте посмотрим. Лазерная винтовка ВАЦ 2000. Использует атомные батарейки для увеличения мощности и дополнительный магазин для повышения дальнобойности. А, нифига. Она как бы послабее, но... Типа поточнее, да? А, по дальнобойнее, да, она в два раза дальнобойнее практически. Но я в любом случае свою-то, наверное, разряжу и возьму другую. Да, классно выглядит. Сейчас, ребята, разберусь с инвентарем и вернусь. Ну и так, господа... Попробуем в деле эту новую винтовку при первой возможности. Но у меня такое ощущение, что там в таких помещениях узких надо будет вернуться к предыдущей версии. Потому что ну, там дальнобойность не так будет важна. А вот... Это, кстати, что? О! Гранату пропустил. Этой будке более 100 лет, она в хорошем состоянии. Ничего, металл никогда не сдвинется, понятно. Так, ничего не пропустить. Вот, судя по всему, там будет база многоуровневая и довольно большая, поэтому займемся ей уже в следующей серии. На сегодня спасибо тем, кто смотрел. Спасибо вам, что были со мной. А, еще одна граната тут. И увидимся в следующих сериях. Сэр Холмс, Fallout. Ничего себе. Пустоши. До встречи в следующих сериях, дорогие зрители. Пока-пока.